логическое завершение всего того, что происходило в той политизированной стране, потому что я имею право так говорить именно в той политизированной стране. Мы живем сейчас совершенно в другой стране, живем в полицейском государстве. И как логическое завершение, вот на фоне вот этого разбитого Дома Советов, который бомбардировался из тяжелых танков, стрельба шла здесь неимоверная, вокруг всего. Погибло много, десятки, сотен людей, пролилась невинная кровь безоружных людей. Сейчас здесь все огорожено глухим забором, чтобы скрыть следы преступления, скрыть убийство. Но я думаю, что это им не удастся. Много свидетелей живых, они пишут, и виновники этого всего понесут ответственность, уголовную ответственность. Президента, который уже подписан с сегодняшнего дня, прерывается осуществление законодательной, распорядительной и контрольной функции съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. Заседания съезда более не созываются. Полномочия народных депутатов Российской Федерации прекращаются. Конечно, их трудовые права Когда страна погибает, ты не думаешь, демократия, капитализм, социализм. Да. Ты бы согласился, чтобы был в Америке коммунизм, но она жива была. Ты согласился, чтобы в Америке оккупанты правили? Скажи, нет. Чтоб американец правил. Мы руки пришли бы туда править. А мы бы руки пришли туда править, что было бы? Да, вы бы там сразу крутили. А сейчас у нас Америка правит. Агент ПРУ. На каком языке разговариваете? Никак не предполагал, что нам предстоит пережить такие драматические моменты. Хотя, ясное дело, что обстановка была очень сложная, противоречивая, но тем более мы предприняли целый ряд действий для того, чтобы предотвратить именно такое развитие событий. Откровенно скажу, и для меня в личном плане это очень драматические минуты, часы. Ну что поделаешь, видимо, так было суждено нам с вами жить, принимать решения, быть очевидцами, свидетелями, участниками таких очень сложных перипетий для судеб нашего Отечества. Конечно, как только мы узнали, и я получил практически одновременно, дать, естественно, однозначную оценку уже не попытке, а самому факту государственного переворота, выразить свое конкретное отношение к грубому попранию Конституции и прав гражданина и человека Российской Федерации.
Кто не конспиратор, который пришел как пятая колонна? Мы обращаемся ко всем. Сегодня, в эти часы, каждый из вас должен быть вдвое, втрое умнее и энергичнее, чем обычно. Собирайте десятку. Десятки. Каждый может формировать десятку. Откуда? Телевидение. Наши дети и внуки будут жить при коммунизме. Это мы вам гарантируем. Поэтому мы сегодня здесь. Только так. И никак иначе. Сталин правильно сказал. Наше дело правое, победа будет за нами. Так что приходите к нам, дорогие товарищи. Господ мы не признаем на русской земле. У нас все товарищи. Были, есть и будут. А СССР тоже был, есть и будет. Предоставляется Аману Тулееву. Спасибо. Дорогие друзья, во-первых, спасибо, что вы здесь. Во-вторых, давайте чуть-чуть порассуждать. Но вы же все прекрасно видите обстановку. Что с завтрашнего дня... Президент Коля, он не может управлять государством. Не может. У власти стоит банда. Вы же видите вот это все. Всем приедут самые мощные депутаты. Приедут. Допустим, вынесут они решение. Thank you.
среди вас тоже исчезаете. Так я хочу предупредить, ребята, вы же русские люди, омоновцы. Я прошу вас, не допустите, потому что вся эта попытка ваша войти в Белый дом кончится кровью. Мы не допустим того, чтобы ОМОН сделал так, как это было 1 мая. И я хочу предупредить омоновцев, если вы не хотите, то они ее не будет. Дорогие москвичи, наблюдатели, неоднократно нарушают, и несмотря на каждое время, поставление революционного программа. Это наша святыня. Молитва, 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 старцы. Укоряем нас, не допустите двух. Что здесь сегодня вот народ, нет оснований говорить о том, что те, кто собрались на этот митинг, провоцируют беспорядки? Конечно, нет. Даже и не думайте об этом. Я уверен. Просто их можно спровоцировать, это другой вопрос. А, ну, люди встали, вот пришли на митинг. Ну, что мы сейчас? Вы пришли бы, ваши кто-то пришли. А кто против вас пришел? Вот милиция синяя, она совестливая, эти ребята. Так? А вот эти вот, билеты. Это через их головы палками бьют людей по головам. Вот это вот. Вот снимите их так, покажите людям. Вот это, так.
Вот это не провокация, когда люди стоят, разговаривают, а подъезжают вот эти вот самые молодые крепкие мужики в форме. Кто провоцирует? Чьи они? Лужковские. Будем их. Вот, уважаемые телезрители, появились первые отряды милиции, вооруженные щитами. Так вы видели, сейчас были военнослужащие в бронежилетах с дубинками, но без щитов и без касок таких вот характерных. Теперь вот он первый отряд, он выстроился в цепь и начинает охватывать митингующих. Вот вы имеете возможность это наблюдать. Вот глядите, как это делается. Приближаются к толпе митингующих. Как видите, люди достаточно спокойно отходят перед натиском щитов. Но дорогу митингующим отсекает полоса автомобилей. Вы видите, перебраться на другую сторону улицы митингующим будет достаточно затруднительно. Вот здесь и может произойти свалка. Люди вынуждены пересекать улицу перед движущимся автотранспортом. Панцы оккупировали нашу родину и издеваются над русским народом. Говорит микрофон. Да что говорит, разве они сами не видят, что это фашистский режим? Это хуже Пиночета, хуже Гитлера. Гитлер все совершал преступления ради своего народа, а этот ради чужого народа. Свой народ уничтожать. Такого еще не было в истории России. Ни одного предателя не было. А это не его народ. Это не его народ. Я знаю, что это народ, его народ там, в Израиле. Наш оператор слышал выстрелы из-за трейлера и видел человека, который, как ему показалось, стрелял. Да, двое между кабинами. Вон двое между кабинами. Вот начались первые удары палками. Пока по машинам. Пока по машинам. Что будет потом? Ну, эта ситуация не требует комментариев. Что? Этот митинг, как нам было сообщено, санкционирован московскими властями, поэтому тем более непонятно, почему препятствуют людям проведение этого мероприятия. Присутствие здесь щитоносцев, на наш взгляд, трудно объяснить. Лично депутат Уражцев показывал мне, и я видел эти документы, которыми санкционируется этот митинг. За тебя машины имею в виду. Вон белые каски. Вон белый кадр. А, вон. Живодеры пришли. Костя. Среди демонстрантов, а здесь люди, как правило, побывавшие уже на многих таких манифестациях, вот эти вот военнослужащие в белых касках отличаются особой жестокостью при подавлении демонстраций.
Могу покормить как следует.